Твери с октября прошлого года действует дизайн-код. Тверские предприниматели активно обращаются в администрацию города за консультацией по новым стандартам оформления информационных конструкций. Подробности в нашем сюжете. Станислав уже обращался за консультацией по новым правилам размещения информационных конструкций в департамент архитектуры и градостроительства администрации Твери. Проект «Новые вывески» готов и ждет согласования на архитектурно-градостроительном совете. Ничего сложного в этом нет. Были какие-то для нас вопросы, которые сразу были непонятны, но, в принципе, нам пояснили. Сейчас, на данный момент, вот, мы подаем документы и ждем градостроительного совета для того, чтобы получить разрешение. Архитектурно-градостроительный совет коллегиально выдает заключение на каждую информационную конструкцию. По новым правилам буквы и символы вывески должны быть без подложки определенного размера и стиля. На основании заключения совета департамент архитектуры и градостроительства администрации Твери выносит решение о согласовании. В этом году чуть больше 10 конструкций было согласовано, выдано разрешение на установку информационной конструкции. И эти информационной конструкции в работе сейчас. Пилотными для внедрения дизайн-кода определены 7 магистральных улиц. В дальнейшем планируется расширение его действия. Все согласованные и реализованные проекты новых конструкций заносят в электронный реестр. Это позволяет создать единую информационную базу в соответствии с дизайн-кодом. Департамент ведется реестр выданных разрешений. Этот реестр постоянно пополняется, и занесенные в реестр разрешения, они, конечно, востребованы и другими службами города. Уже есть первые результаты. Например, штендеры на улице Трехсвятской теперь в прошлом. Переходный период реализации новых правил продлится в течение года. Однако к тем вывескам, которые не были согласованы с администрацией перед установкой, это не относится. А таких, по подсчетам специалистов, 80%. В данном случае для предпринимателей предусмотрены штрафные санкции от 10 до 20 тысяч рублей.